Давай, знаешь, надо создать на X5. Не достаю слишком далеко. Первого. Да не. Короче, один рейд на X5, один рейд на... А в два окна сразу будем рейды ходить, а? Да, нормально. Тоже чудо. Чё, у меня вроде... В районе анального кольца, там мужской пол. Тисни, тисни. Понятненько. Блин. Как я думал, сцена. Ты мне блин. Бро. Именно этими разговорами, брат. Три вам не хватает. Я так уже знаю. Что-то да, нас забанят всю гильдию, короче, нормально. Проклятую стихию. Можем не все гильдии объединить в одну. Где? По всей гильдии. Молодой Эрди, разумеется. Сделать две на Эрди. По выходным будем играть в Валерия. Проблема в том, что не Эрди. Спасите! Я под этим деревом! Мне нужна помощь! Не-не-не, так и... Тоже гильдия. Моя сила на исходе, древнейшая! Скоро ты присоединишься к своим друзьям! Да, у нас рейда была куча на... Тас. Ну сколько там месяц? 5 максимум после закрытия сервера, Олег продержится более. Нет, ладно, если серьезно, то сервер будет еще долго держаться. Вряд ли. Пока есть донат, пока есть сервер. И будет тем меньше доната, соответственно, быстрее закроется. Поэтому надо реально X5 делать, да и не париться. Ну, танчик, там, паладины его бафом уже забрали, всех шубал. Ты перекинь меня, Ваня, на какой пати. Ну, походу разобрали, если это. Разберемся, что бафы. А, бафы. Горите в огне хозяина! Танк в метке. Согрите там, кто второй там. Ты, блин, за 3 дня я спамил набор и 4 человека отписало только. Пусть. День такой.
Агард? Да, наверняка не хочет заходить, потому что бы уж узнает, что он не играет в World of Warcraft. Всех было развел тебя. Да? Да не, я. Звучит прикольно. Это скрин. Там давай прескарты снова, вот так, мой первый копий экстрим, ты второй. Дайте там баф по рогам, какие-то кулак, каску ему дайте. Ой, кресты раздай. Он только с правой раздает. Да чё он там раздает? Пирожки, если только кому-нибудь там. Давайте, там она есть. Перед морой только не стоит. Не, ну чё этот гандон не бафает, блядь? Неуважительное. Значит, сдохну. Вторая копия, там прижимаетесь. От приток. Может, третья кофе будет. Не знаю, где он. Двоих. Нормально. Балтар не оставляет живых. В мире читает героев и без тебя. Дайте, он ближе стоит. Хотя, может, не брать уже. Неуважительно ты стал эти вуса. Я... Все у меня за дерево унесло. Без вас я бы долго не хотел на дереве остаться, промазал чуть-чуть. Здесь произошли страшные события. Криво пинается. Галатрешер, а у тебя сколько еще персонажей есть? Переводи всех за Орду. Встретим конец вместе. Но до сих пор оно не подвергалось такому... Мама сядет, походу. Да. Черные драконы. В смысле, к закрытию севера, не о том, что ты там подумал. Если буду переводить всех персонажей, то, я думаю, сервер еще поживет. Это наоборот плюс. Пару дней проживет. По ДК бафы и поварам бафы какие-то дайте. Вот, кресты раздай. Каску, кулак, кресты. Да погнали! Первый плюс в чат истерия. Начинай. Алекстраза выбрала достойных союзника. Жаль, что придется. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне не ведомо. Что такие, да? Обратите их в пепел! Тли. Лучше задонать. Приведи друга, встретим конец вместе. Все играют в этот PUBG. Что там еще есть? Школьники уже не идут в Вовку. Поколение подросло. Новых людей нету. Стримхата Дреда там.
себе, да. Назойливая мошкара. Вы опоздали. В какой чате писать, на какой спек ролим? Так вон, общение на свободное тело написано. Туда пишите. А есть рыба? Вот это меня тоже раздражает в Дискорде. Просто иногда путаешься, в каких чатах. Так, ладно, давай сейчас. Так, а где, короче, это вот, когда кнопку нажимаешь на микрофоне, там музыка какая-то включается, где это убрать? Еще один ЖР, блядь. Надо оповещения звуковые убрать полностью. Зайди в свои настройки, там, по-моему, голос реактор называется. Уведомления, да? Ты чё хочешь? Раз-раз, слышно? Да. Да, что включить плюмку, когда ты нажимаешь Alt. Уведомления зайти, да? Там режим рации надо включить. Да, да, да. На настройки пользователей, там уведомления, и вот это вот входящий, включение микрофона, ты все галочки убираешь. Вроде работает. Давайте пишите там, кто на какой спектр ролит по танкам. Акма начинаешь первый, заходишь в тьму, рискат големов на второй фазе, Халена големов, мелкий трэш на экстримку напуливаем. Фестфайл на броню, там фридом сами разбирайтесь. Виталий Кун нас сосредоточили. Если вы в тьме, по тьме будет, в тьме Гулливерка по дисплею, цвету я по дисплею. Так, хилы, клеймен, колобонус, жест, кордон. Четвертая пати добиваем, кроме демо. Давайте чекну пул. Горда баф в свету, да? Акма тоже в свету. Ну, не, Акма начиная час заходит во тьму рискат на второй фазе. Не пуль тогда, надо переписывать макросы. Не-не, пусть рискать тьма. Да пускай, там они просто договорились что-то с этим. Ну ладно, тогда давай рискать. Возьму быстро, Акма, Алима по Халиона. Ну, давайте там, что там, все чек на пул там, хейте за линию. Слава. Блядь, какие макросы на хули пали вообще, я не знаю там, что там. Средства, блядь, по фокусу. Частицы, щиток, возложение рук, бок. Да, все готовы. Так это в Вуду все настроится. Одну кнопку тыкаешь, но... Вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало. Так одно. Ну, так. Гулливерочка вроде. На третьей фазе я подсыпаю. Во тьме гулили. Так, бежим. Смотрим лужа. Кстати, вроде дискорд перешли, от этих лагать стало меньше. Ты выпуй дисперт на первой фазе. Пиз. Я мелкий трэш. Сколько еще таких героев? Падаем. Ох. Я вот не успел сидеть. Ну, перебежал хвостом застанил, и он в этом метеоре сдох в огне. Я до последнего не поворачивался. Ну, смотри, стоит там. Думаю, ну ладно, подожду. Пока побежит. Хорошее начало было, но плохой конец. Плюс
Что я музыку могу включить? Какую музыку? Что ли, Король и Шут, или шансон включу, что-то найду. В Дискорде включить можно. Да хера знает, я в Ютубе включаю. Всем тебе рассказывай про тайгу, ты и так в тайге же. Давайте, что там, все тут, давайте фулбафы, кушайте рыбу. Где там рыбу съели, ну ладно, хер. Давайте чек на пол. Ее закрыли. Что там, бро? Давайте заходите за линию, все готовы. ДК, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Дальше бейте. Бежим. Так, смотрим, лужа в рейд. Сколько еще таких героев? Цей. В мире сумерек. Клеймин, резай друида. ДК. Заходи. Рейд. Заходите. Не достаю до танка, как рекнуть. Во тьме по печеньке ориентируйтесь. Дайте там бафы по друиду, каску лапу, киста баф. Редрики дайте кто-то ему МП5. Кажется, когда можно будет зайти. Сходи за выходим. Ой, колобонус, повесь щит на танка. Случайно повесил на риската. Так, давайте пропускайте лезвие. Бежи к морде выносить. Это заклинание еще не готово. Инер, заливайте своим хилом. Экстрим, кинь руки на друида, ретрики тоже киньте на него. Там друиды, у кого если инер остался, кто не заливал, можете эрдру кинуть. Я пока не могу прочитать это заклинание. Готовься. 51, готовимся, выходим после метки. После метки. Так, смотрим, метка. Рога, только не в портал, не в портал. Все, выходим в свет. И рост свету. Свет, метку рога. Ровно назад.
Бежим. Пильте. Смотрим, лужа в рейд. Без напула. Мирики, аккуратно. Д больших, мирики маленьких. Пылит, пыч. Матч с упадет. Падайте там минус 2 хера. Да нет, я прослакал сейчас. Что там второй? Что там второй раз упал? Что ты первый раз? Первый раз упал, меня подзануло, второй раз мана не хватило, потому что без себя это быстрое восстановление. На ретри как упал. Там уже минус 2 хила было, уже на ранить. Ну, ребят, есть у кого фласочка одна на хп для танка? Ретрик неправильно вынес, он походу лезвие этот должен был подождать. Вынести он наперед вынес, потом его лезвие еще нагнали. Еще раз. Не-не-не, не эти, не эти. На хп здоровье, которое. Эликсир. Настой. Есть у кого-то на хп на танк. Да, тут можно хлбаф давать. А они у меня есть 14 штук. Пейте там банки, не жлобьте. Если бейс, то можете поставить. Ну так. Эротично. Так, ну давайте смотрим, там что по бафам, чек на пул. Лапы нету вроде. Да, нету. Давайте все подтвердили, заходим за линию. ДК начинай. Вон чистку смотрящаясь. Тоже пиздец. Больше времени. Смотрим, уже. Вот они в этом точно. Бежим. Так, смотрим на лужу, лужу. Не, нормально. Акма, не спальте акма. Идти, прожмись там чуть-чуть. Так, давайте, милики, РД пока большие, дота, ТДК сразу заходили, скажу, когда ты. Ты заходи. Зайти можно будет.
Заходи. Можно. Давайте заходим. Пропускайте лезвие, ближе к морде сейчас выносите. И заливайте своим хилом. Земли 53, готовьтесь. Клота выноси, клота. Клота. Дадите от стенки, может присосать. Так, 50. После метки, после лезвия. Так, выйдем. Джесс, тряснешь клота. Смотрим, метка, LG выноси. Выходим в свет. Дайте рос. Титу. Резай клота. СП. Сколько еще таких небеса в огне? Не выжил. Так, давайте бежим. Рост во тьме. Рост во тьме, дайте хильтяк. Мартвейдер выноси, на пула нету. РД больших, великий маленький. Ждите, пока мелкие на протопали. Да-да, сорян. Хлюна не бьем. Играем два мира, как обычных. Мага агро. Мах, у тебя агро. Так, свет не бьем, свет стопаем. Смотрим, лужа... Нормально. Давайте. Ждем Артвейдер. На пул. Так, свет только трэш бьем. Давайте, два мира как обычно. Тщеславие выноси, там протиспельте. Так, бьем Калёна, каплю на перебежке на... В лужах не умирайте, это может убить. Так, смотрим, лужа в рейд, две лужи в рейд. Караул. Клота выноси. Так, давайте большие, маленькие. Играем как обычно. Это только трэш бьем. Большого мира. Я еще под прыжимкой, кстати, был. Смерти ползи, там что-то очень быстро его просто снесу. Сколько еще таких героев? Ой. А че, чего умер? Это что-то я и не понял. Что на 100% за одну тычку на 11, потом и сдох. Дайте пати, не то клацнул. Мне интересно, а у всех так происходит, что вы не слышите, что люди говорят, и слышите кваканье вот это? Две буквы слышу, что вы говорите, остальное нихуя не слышу. Ну, у меня так же иногда бывает. Это такая хуйня будет. Но сейчас нормально. Ну, ни разу не слышно, чтобы нормально люди говорили, все время квакаете. Сделай в настройках микрофона, чтобы всех слышать громче. А потом те, кто не будет знаю, давать, может, ты со просто их индивидуально убавишь. Так, скажи, где это сделать? Настройки пользователя, дальше что? Да, давайте все тут фулбаф даем, там кушайтесь. Голос и видео и громкость звука. И там больше 100% сделай, если плохо слышишь кого-то. Сделал 200. Ну смотри, сейчас орать некоторые мод. На,
которые орут, можно персонально голос приглушить. Дви потише микрофон сделать. Ой, наушники сегодня. Надо подождать. Алло, ребята, меня слышно? Вот, а ты не ори. Вот скажите, пожалуйста, у вас высвечиваются ники, которые из Дискорда в игре в левом крае? Как можно снять? Настройки пользователей. Это в Дискорде? И, по-моему, если мне память не изменяет, оверлей. И там где-то надо галочку поставить. Ну, давайте это потом настроим, сейчас убьем его, что там, крота раздайте, раздали, чек на пол. О, спасибо, спасибо, работает, ребята, оверлей отключайте. Так, Виталий Кун. Давайте, все готовы, заходим за линию ДК, начинаем. Нет, как вас случае, если вас возвращать. Метки не. Нормально. Оливер. Метку хвостучий, хвост возвращает. Так. Так, давайте все мелкие трэши. СД по большим. Заходи. Хорошо. Хил, заходите. Привет, заходите. Магма, сделай полшага, крикнул. Далеко. Скажите, как нам заходить? Давай. Что, заходить? Да. Заходим. Так, пропускайте лезвие ближе к морде сейчас. Там минер заливайте с инхилом. Эрдро и ДЦ во тьме, когда останетесь, если Рестер-шаман выносит метку, вы хилите танка. Ну и Рестер-шамана тоже. 52, готовьтесь, свет. После метки будем выходить. Смотрим, метку портал не залит. Богохульник. Выходим. Рассвет. Небеса в огне. Бежим пока близко. Смотрим лужа внимательно. Смотрим лужа в рейд.
славе РДД больше шире великий и маленький. Давай. Редонера, как обычно. Давай, Лех, возьму, ты там пойдешь, посмотришь, что там не так. А, кого нас тут похитит? Ну там хоп, сначала, короче, где-то отхилили на фул. Ну, потом хоп, снова. Или двойной удар, что ли? Да хз, ну такое чувство, будто по рехас ловлю. Хотя спек туда-сюда скинул, да, шмотки один, тоже. Виталий Кон, какой ты печатью бьешь? Правосудием, точнее. Да, правосудием каким бьешь? Мудрость. Виталий Кон, ты здесь? Он мудрости сказал. Мудрости, ага. Westlife, ты какой печатью бьешь? Правосудием, точнее. Свет. Ой. Мудрости. Нам надо сделать так, чтобы один из паладинов бил светом. А пусть Westlife света бьет. Там не сильно залез. Давайте фулбафы все тут. Олег, когда в окне похили, а колоба на свету. Там посмотришь. Да, шаман хороший. Там этими. Наверное, не повезло. Я замечаю такое не первый раз. На 5-3% хп. Через секунду снова, там, через 2, через 3. Хоп. Там, наверное, еще Рестер-дроу ДЦ не доигрывает в танк. Там. Жизни свет стакаешь, гала, трэшер. Восстановление. Да, все это делаешь, да? Ладно. Там кидай на танк омоложение, восстановление, чтобы на нем всегда висел, да и покрытие от него там. Кидай тоже сейчас. Давайте, чек на пул. Кулака на бой. Да. Дайте кулак по друидам. По иннерам то же самое остается? Или меняться тоже? Не, то же самое. Нет, вообще нет. Меняться, если хилы поменялись. 10 секунд. 10 секунд на пул. Так там один тебе, один ему ушел. Не, в смысле, на второй фазе мне, а на третьей колобус вот так лучше. Ну, давайте все готовы, заходим за линию, пока начинай. Он встает. Так, смотрим лужа. Лужа. О, нет. Бежим. Так, смотрим лужа. Вреет лужа, они ненормальны. Короче, играйте.
что выводит в носи, это для больших, мелких и маленьких. Играйте пока по мелкому трэшу. Добейте мелкий трэш, мелкий там раздачники. Все, захейте во тьму. Клайм и Нинер сразу заливаем кордами. Скажите, как зайти можно. Заходи. Пропускайте лезвие ближе к морде, выносите. И на этом заливайте. Джест, под конец уже мне зальешь кордоби. Ну, диспельте. Ну, Льверка, вот меня диспелишь. Метку дай, Вань, послетел. Надо 52, готовьте свет, после лезвия, после метки будем выходить. Смотрим, метка сейчас будет, только портал не залейте. Барахульник. Все, выходим. Че, ебать. Ады. Выручник, какой-то бред бывает, прокаты. Ты походу после Ромы, блядь, какие-то вечно херня твари. Что-то даже. После Ромы. Блин, это чё, не можете прижаться там перед третьей фазой? Танк умирает, потому что он не прожался, либо хулипал, не хилил, все логично. Да хилил, просто он картички сносит, больше крови. Или стример. Стример. Блять, ну во тьме умирать, что-то у меня давно такого не было. У меня зеленью сокрушимости даже висело крылоотвод. И, короче, все равно умер. Так обнова вышла. Наличие заражения починили, вот и падаем, говорят. Че? Чем вы взорвался, несите нового. Ну что, 50 минут здесь на халёне сидим? Бля, что-то я устал. Давайте убьем, пожалуйста. Хилы, поднапрягите попки. Это Кордоба не хилит. Да. Кордоба во тьме плохо хилит. Этому танк сюда падает. Но он же не соврал, ты же свету не хилил. Да, все, я же так и говорю. Барахульник. А, кстати, хорошо, что ты, мне Клайман тоже 4К, кажется, должен. Я уже и забыл про эти деньги. Так, ну давайте все тут заходим за линию, ДК начинаем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало. Давай. И тут идет. Ладно, если совсем. То есть. Булки свои напрягите, все нормально будет. Вели.
случае сход возвращ... выросла. Играйте, если понял, кому-то заходите. Если посмеете. Заходите. Внимание. Хидаку, алло, Войд, не спи! Слава, ты тут с нами? Скажите, когда зайти можно будет. Заходите. Пропускайте лезвие ближе к... Там мины разрывайте. Да, и кордоби. Идет жлоб, у тебя маны там процентов 90. Ты мне? Mm-hmm. Ну сейчас да уже. Блять, уже 95. Было 75. Башу на 52, готовьте свет. Также же инеры откатятся быстрее на третью фазу. Блять, да вы чё? Это шутка или чё, блять? Да как, мы иди, короче, тьму танчи, риска танчи свет. Тут пиздец какой-то. Надо было такое уже давно делать. Слава, переписывай макросы, ну там, на всякие... У вас танк у тебя дырявый. Это моя вина сейчас. Я вот сейчас тупо не хилил танка, отвечал в РК. Я смотрю, у него фулл мана. Ты отвечал в РК, мы все слушали в Дискорде, просто все это. Ну, за полторы секунды убило, короче. Первая на 3 спать, а вторая на 3 спать. Ну все, тапки не забрать. Переписывайте макрос. Акма танчит первый, заходит во тьму, рискат. Големы, халеона, с големами. Че, может, тебя свет похили? Давай, как первый тогда был, Кордоба свет, так колобуна с тьма. Это... Ты зашел... Подождите, макрос тогда. Скачай Вуду, там даже макрос делать не надо, там... Так забивать. Дайте фулбаф, все тут. Так у меня есть Вуду. Так она хватит макрос делать. Там же можно... Сейчас и булки начнут напрягать. Так, давайте чекнопу. Не-не-не, мама, я пищу поводила. Пусти маму. Дайте кулак. Так, что там, экстримка? Давайте заходим в зарядение, все готовы, я начну. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Возвращайтесь. Тебе метка за... Спойлер. Знал бы.
Забери, забери. Забери мою маленького. Сову. Когда говорю, у меня сразу окно выскакивает, не могу хилить нормально. 2 секунды не могу хилить. Ваня, заходи быстро. Оу! Лезвие. Так, ладно, зайдите от больших, они вас убьют. Да нет. Нас? Да вот загрел большой. Ну теперь ждите. Скажите когда. Заходи. Клеймин, выйдешь, выйдем, риснешь, он где-то в центре будет валять. Давайте больше ДПС, а после метки будем выходить. Хотя, ну, короче, бейте их. Дру выноси. Давайте. Кого резать там? Жест. Но он живой? Нет. Давайте выходим. Выходим. Росцвет. Ну, резать жестом с той стороны. Ладно, потом риснешь. Росцвету. Да давайте курдами. Себя подиспелишь. Бежим. Рейд. Рост во тьме. Свет играйте по трэшу, сам себя подиспелишь. Трэшу. Так, смотрим, сейчас будет метеор. Свет не бьем. Что-то. Свет не бьем. Напрямую трэш, ставь ТТ. Будем носить. Клемин, Джест Риса и Виталий Куна. Так, свет не бьем, бежим, бежим. Потом риснешь. Фейдер только хилам во тьме смотрим. Лужа, лужа в рейд. Мой дуэль для кордами. Экстримка, выноси, я треш. Свет не бьем. На пульте хорошо, там не умираете. Бьем трэш все. К трэшу.
Спаси. Топаем. Бежим. Смотрим, лужи нормально. Далеко. Да они там три умерло. Давайте. Все, падайте. Так, что-то мне это нравится. Кто вот мечет? Сколько еще таких героев? Что там, Виталий Клун умер? Это кто-то явно не доигрывает, это кто-то либо хилы там, либо кто-то вот такие. Ну, паладин, оба, не знаю, как прокнет наносят, а что наперед. Положу, да, тебя диспыли, ты должен максимально быстро из нее выйти. Они оба дают еще полкруга вперед к морнибингу. Соответственно, то выгоняют лезвие и сдохнут. Я фридом не даю, да? Ты сдох от того, что тебя лезвие догнало. Ты должен был сразу вернуться в рейд, но тебя появилось лезвие, и ты сдох от этого. Ты знаешь, почему я не смог это выбежать? Потому что скажи, ты не побежал скажи. Прямо обратно к боссу, начал бегать метку вперед. Я старался от лезвия отойти, но не в сторону босса, а... Лезвия еще не было, у тебя оставалось 2 секунды. Побежать прямо, лезвия нет. Первый раз же если чего умер от того, что трэш пил его на первой фазе. Нет, там, короче, второй голем. Там второй голем вышел, я тыкнул 4 ЛПшки, и они все мне снули. Жест умирал 2 раза, не? Ну вот первый, короче, он разлился, вы зашли, и он начал долбить с фуловым ХП. А у меня 4 ЛП в него, короче, подряд мне снуло, я не знаю почему. Джест два раза номер. Это было на второй фазе Джест умирал. А на первой фазе он тоже умирал. Я же сказал игру, чтобы рестнул этого, да? Джест, не? Да, да. Я уже ушел. Зачем он там умер от трэша? По гахпульникам Маша вычистил номер. Фридома не было, а Захила тоже не было. Ну там же умер паладин и богохульник уже, ну грубо говоря, в течение обстоятельств. А ты спекай Джулиона в ДЦ, идите вчетвером тему хильте. Так мы убьем сразу. Не-не-не. Уже просто Джулиона в ДЦ, Гулливерку в ШП. Да, кстати. Кто не спойлил во тьме последний раз? Попробуйте Джулиона в ДЦ, может он лучше сыграет. Джесс, ты 2 раза умирал в РСке за этот рай? Да, он 2 раза умер. Но один раз умер от того, что тебя убил мелкий трэш. Или а нет? Второй, ну короче, первый раз он умер, когда все зашли во тьму, он сорвал игру большого, а потом уже от мелкого трэша. Да, первый раз он, это не его вина. Какая разница там Джулиана или Гулливерку там менять одно и то. Ну давайте чек на кул, будем траить, чё. Не знаю, вы как будто все забыли, как играть. Стыдно за вас. Давайте все готовы, ДК, начинай. Нити отхил в тьме, пожалуйста. Мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Квесту метку. Небеса в огне. Разливаться, не умираем. Смотрим лужи внимательно. Мреет.
получается. Далеко бежим, близко падает, смотрим в рейд. Давайте весь рейд играйте в мелкий тр... Свет, бьем звездочку. Скажите, как зайти. Давай, заходим, там доты добьют. Пропускайте метку, ближе к морде сейчас выносите. Метка, метка слезет, как выносить надо. Пропускаешь и выносишь вперед. Перевни туда, походу, походу, да, дисплей тебе. Не надо ставить. Да, не надо так делать. Если детей нету, просто назад выносите, кто имеет хил. И назаливайте своим хил. Этот друид. Надо подождать. Респел. Все два. После метки будем выходить. Смотрим, портал не зальем. Джулиан. Выходим. Расцвету. Выносим сейчас. Близко. Рост во тьме. Лужа в рейд. По трэшу. Давайте только трэш бьем. Только трэш. Пульта тоже пока не... Да, бьем халёна, нормально все. Небеса в огне. Давайте халёна, стоп. Тем лужа. Лужа. Бьем Халиона, будем вы. На перебежке каплю на БДК. Бежим. Смотрим лужа, далеко бежим. Смотрим. Так, экстримка прожми. Рекс, ставь тотем. Пою ей. Ти, джестри. Так, бью. Поворачиваем. Посмещаемся. Смотрим лужа внимательно. Лужа в рейд. В рейд две лужи. Экстримка выноси. На пула. Только
бьем. Только трэш бьем. Только трэш бьем. Так, добьем мелкий трэш и будем перебегать сюда. Так, ну Бэра еще нету, давайте свет, тьма стопаем, тьма стопаем. Тьма пока стопаете. Если... малышка, беги! Играем. Ой, че вы посыпались? Тю. Сейчас не срывай игру только, да? Будем выносить. Босс. Давайте перебежим. На пулю мы будем зирать. Так, где там метеорит? Не вижу. Бежим, бежим, бежим. Дайте, застаньте их. Трэш, застаньте. Смотрим лужа, рискат. Хитти, Вуди, выносить. Термися, дайте капли next. Бля, диспельте, Вуди, диспельте. Давайте, только халюна добивайте. Мелкий трэш отводи. Тщеславия, Хитти, бля, че вы трэш бьете? Блять, еще и мах в глыбу ушел, ё. Добивайте Халёна, Вуди, стой, не выноси, просто бей. Господи, какой позор. Позор, говорю. Жесть, блин. Я тоже слакал, конечно, но, блин, какой слакаете, это жесть. Что катапульта, Клайман. Рольте на мейнс. То ли я не доиграю, короче, то ли прошибаю сейчас в РСке. Потому что, ну, раньше я танчил, было намного легче. Сейчас прям пиздец на кровь. Не-не, у меня есть, оказывается, такие. Будет порыть, да. Рольте колечко. Ну, сейчас, кстати, в этом трае я намного хуже что-то прижимался, чем в прошлом, меня убили. Ну, лак, отдай это. Кольцо тебе надо? Нет, кольцо тоже есть. Ну, там не Джест виноват, кстати, что он сдох. У меня... Мне вот пишет Числаве, две ЛПшки мне сунуло. Я, короче, темную власть еще с перепуга, блядь, отдал в этого, в первого стража. Тебе надо? Не надо. Надо мне? А, не-не-не, у меня, оказывается, есть. Я думал, кожаное выпали. Не, мне не надо. Что-то я провтыкал. Что, ЕВК? ЕВК работает? Да, работает. Да, да, работает. Бля, ну я не хочу релить. Я уже устал. ЕВК работает как нормально, или там опять ануба хер убьешь? Не, я нормально там все работает, убивается. Ну как раньше, да? Ну да, да, да. Тогда или убивается? Айти убивается, Валорант, ребят. Ну пошли, что нормально убивается. Берете там парейлю. ВК идем или куда? Ну, походу, если там убивается, то можно и ВК сходить. Также хапал на танках, там, аэродруходки и Ршам, наверное, и все. Изи-бризи.